Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик, как и просили, очередной герой с вальсом, с танцем лезвий, вальс лезвий, короче, как хотите, так и называйте. Я сразу же говорю, что я не ожидаю, я его не тестировал, не смотрел, и я не ожидаю от него мега показателей, точно так же, как и от Некроса, которого я вам показал. Сейчас мы затестим, посмотрим, определимся. В общем, будем тестировать Бигфута. Бигфутик. Специально прокачал, ребята просили показать, как он будет выглядеть с вальсом. Вот такой вот у меня Бигфут 9.9. У меня что-то я тестировал когда-то. Так, что у нас здесь стоит? Holy Conviction, это священный суд, плюс 40% дефа, и отхил два раза увеличивается. 13-13, вот чем Бигфут хорош, это 13-й скилл. У него кулдаун очень маленький, он офигенно замораживает. Ну вот этот стоит качать, ради вот этого его стоит качать. 9-9 по снаряге. Уклонение, как видите, то есть он собран на уклонение, он максимальный будет сейчас нам уклон показывать. Поставим на него также слоника, ну, по стандарту. Эмблемой давайте сразу же поставим изворот. То есть мы таким образом убираем полностью с него деф, у него дефа нет, у него есть только отхил. Чем Бигфут хорош? Он имеет встроенный отхил, который зависит от количества попаданий по нему. То есть Holy Conviction, священный суд, для него есть топовой чаркой. Раньше был там доспех, сейчас уже Holy Conviction. За счет того, что увеличивается отхил два раза, это раз. Во-вторых, увеличивается деф, это два. Но мы деф остальное весь убрали, мы сделали его на уклонение. Такс. Что там меня догоняет по силе или нет? Что-то слабенько. Поехали дальше. Поехали дальше, дальше, дальше. Так, архидемона я пока не трогаю. Поехали в рейды. Сноситься, я думаю, он будет сейчас точно так же, как и все остальные герои. Единственное, ему надо включиться. Вот он включился. Но, как видите, дефа у нас, к сожалению, нет. И, соответственно, по нему прилетает. Даже на таком уклоне максимальном прилетает все равно. И будет прилетать. Вот пошел отхил, не вижу сколько там, но мы получаем по 166. Смотритель, он даже не добегает. Та же самая ситуация, что и с Некросом. По сути, без понтова урона проходит очень много. Да, отхил классный, но опять же учитывайте то, что талант работает только когда герой атакует, срабатывать будет. Ну, основное, и плюс, когда будет миссы уклонения. Ну, вот здесь вот вроде на Фрейе миссы. Сейчас Фрейя ударила лям. То есть, если она попадет два раза, героя просто не станет. Так вроде держится пока. Еще лям, крит. Вот, посмотрите. Ну, тут... Тут та же самая история. То есть, у нас нету дефа. Да, у нас есть уклонение, но... Как видите, в топах на 30-х прорывах это... Реально бесполезно. Ну, бесполезный и абсолютно талант. Не знаю. Давайте еще побегаем. И поменяем, поставим сейчас ему вместо изворота СО, попробуем, как вариант. Ну, бесполезно. То есть дефа у него никакого нет. Только тех 40%, которые по сути ни о чем. Меняем чарочку, пробуем все-таки поставить для него самую топовую, это СО. Это самый оптимальный вариант со всего, что есть для него с протестированного. Не надо там никакие выдумывать маскировки и все остальное. Огненка, СО, это самое интересное. Вот уже разница на лицо. Какая тут Фрейя. 30-я Фрейя, ребят. Плюс Космо, и я думаю, вы видите, что творится. Вот в такой сборке, да, он будет хорош. Но все равно он свою роль исполнять не будет. Но хоть как-то держится.
Вот ради этого, да, можно делать, ставить, если у вас есть ISO. Но он у вас будет такой универсальный более, но и не туда, и не сюда, я бы так сказал. Но сборка вот такая вот мне сейчас нравится. Нас бьет Фрея и Космо 30 уровня. Перед этим я вам показал, стоял у нас изворот, и вы видели, что это уклонение до одного места. А вот такая сборка, когда у вас есть немножко дефа плюс жизни, плюс новый талант, который срабатывает от мисса через, ну, тут максимум я нарулил на нем уклонение. Это еще куда ни шло. То есть он будет в такой сборке вот более-менее стоять против таких героев. Предыдущая сборка, как видите, на практике показала себя очень печально. Поехали попробуем еще и пойдем по локациям потестируем. Так, что у нас тут? Стрелок. Ворожей. Космо у нас без воодушевления. Ну, слить не могут. Как вариант, он будет тащить и будет танчить. Сейчас посмотрим, вам там видно, не видно шкалу. Ну, вам частично видно шкалу внизу. То есть он проседает, конечно же, не так, как и с воротом, но держится. Ставить ему выживание, я считаю, бессмысленно. Это то же самое будет, там 3 секунды будет не получать урон, потом его будут точно так же, как и с изворотом пробивать. А здесь у вас добавляется и жизнь, и деф, и это более оптимальный вариант. То есть, как вариант, так можно собрать, либо поставить эмблемой ему вальс клинков. То есть, такой вариант вполне хорош. Ну, в принципе, практично. Он, получается, здесь получает отхил от того, что его атакуют, и получает отхил от того, что миссают. То есть, я считаю, это довольно-таки неплохо. Плюс есть деф, и плюс есть атака. То есть, он у вас, по сути, вот в такой сборке универсальный держится. Так, окей. Но это, опять же, учитывайте то, что у вас должно быть дофигище уклонение. Без уклонения этот талант, ну, не настолько актуален будет с отхилом. Поехали попробуем его на кошмарках. Ну, я думаю, тут сейчас на 8 его просто разберут. Это не душик, которого я показывал. Вот тут видите, просто улетел. То есть уклонения у него не настолько много, как у душегуба. У него родное уклонение очень большое. Окей, поехали на арену. У меня тут попытки некоторые восстановились. Попробуем, может здесь жалко противники поменялись, хотел бы я посмотреть. Сборка сама такая идеальная, конечно. То есть и атака, и деф, и уклонение. Но если будет отражалка где-то попадется, я не знаю, как он себя покажет на отражалке. Но он должен и сносить нормально. 150 там, по-моему, да, атаки у него. У таланта самого сейчас посмотрим. Ну вот, пока топов нету. 81к наносит. Сейчас, может, повезет, попадем на какого-то топа. То есть такая сборка даже с восьмерками будет хороша, но учитывайте, что у меня прокачан он на 13. На 12 скилле он не настолько был имбовым, как на 13. Вот на 13 его стоит переводить, я показывал на него обзор. Вот есть фрайка, отлично, я надеюсь, он по центру будет. Так, а это тут опять же, видите, нету вторых эволюций, хочется вторые эволюции застать. То есть здесь будет хорошая заморозка. Ничего себе, Фрея с разбросом, что ли? Или с коркой? Как-то непонятно, он не включался вообще практически.
Ну, вот видите, заморозка пошла, Фрейя ничего не смогла сделать. 410, нехило так. Какие-то странные такие криты вылетают. Так, вот еще какая-то Фрейя есть. Может, здесь будет вторая эволюция? Не. Та же самая картина. Ну вот посмотрите, как миссы вылазят. Тут за счет слона, за счет этого, в принципе. Так, он, наверное, быстрее разобьет. Не, ничего себе, посмотрите, как он дамажит. Фига себе, вот это урон у него. Так, вот отлично, вот есть какие-то отражалочки. Сейчас мы попробуем. Так, через низ надо бежать. Понял. Вот тут вроде и неплохо. Конечно, тут... Ну, вот на отражалке, на хроне довольно-таки неплохо себя сейчас показывает. Но опять же, здесь не максимальные прокачки, здесь 11-е скиллы. Просветов особо нет, но хорош. Урон, конечно, у него на высоте сейчас. То есть идеальная сборка, как по мне. Вот мне понравилась такая сборка, именно СО плюс этот талант. Потому что все остальное, как видите, оно не настолько практично. А тут получается у тебя, да, в жизни атака, у героя есть иммунитеты, плюс он замораживает, плюс имеет теперь отхил от атаки и от дефа, в принципе, неплохо. То есть он будет у вас универсальным, но не всегда. Поэтому тут все зависит от локации, от того, что вы выберете талантом. Либо вальс, либо СО, а потом уже дальше от эмблем и от применения. Поэтому тут, знаете, так сказать, что он будет везде мега-эмба, нельзя. Так, ну по центру, отлично. Так, огник есть, вижу огника. Вот там я сотрю. Просто его пробивают. Без вариантов, заморозка и все, и все дела, и закончился, закончилось наше веселье. Тут тот же самый вариант, наверное, будет. Да, тут еще похлеще. Ну, как видите, Фрейя с точностью пробивает его. Вот, пошел у него отхил. Ну, когда он включился, отхилился, вот сейчас он неплохо себя показывает. Ну, к сожалению, у нас уже камешек разобрали. В общем, вот так вот. Поехали, попробуем его еще на... А за башки, правда, у меня тут, я думаю, вряд ли мы встретим кого-то интересного, но попробуем. Так, вот землеройка, интересно будет против землеройки посмотреть. Отлично, вторая эволюция. Так, пробили, миссы, 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 но я не вижу отхила. Он заблокированный землеройкой, и все, бесполезно. То есть его пробивают. К сожалению, отхила у него в таком варианте не будет. Но он интересный в плане универсальности, я вам скажу так, со всего, что я тестировал, мне он очень понравился в такой сборке сейчас, как он себя показывает. Ну, я еще им побегаю, возможно, еще потом видосики я вам засниму, покажу. Так, ну-ка попробуем. Ну, это один герой против пяти, то есть это тоже надо учитывать. Один в поле не воин, даже если 30-й прорыв. А вот здесь, посмотрите, Огник, Фрейя, ПБшка, и он себя показывает довольно-таки неплохо. У него фуловое ХП, как я вижу. Не знаю, вам там видно, не видно, но вот он постепенно-постепенно сносит ПБшку. Ну, понятно, Огника он не ушатает, но и Огник его убить тоже не может вместе с Фрейей. Фрейя 13, 11, 11 и Огник 11. Ну, это реально показатель для Бигфута. Там и Анубис есть. Ну, он их не убьет, но и они его не убьют. То есть довольно-таки неплохой вариант, скажем так, кому-то поднасрать в ЗБшке вполне может.
Как по мне, очень даже универсально. То есть посмотрим на практике. Возможно, где-то я его поиспользую в других локациях, побегаю, тогда я вам точно скажу. Но все, что я уже вижу, он действительно универсальный получается. Атака плюс деф, плюс усиление отхила. Как вариант. Но опять учитывайте, что максимум уклона на нем. То есть на нем максимальное уклонение. Соответственно, вы должны понимать, что это нормальных денег будет стоить, чтобы его прокачать. Так, что у нас тут заблочили его? Ну и он сразу же фул отхилил. Они вряд ли его убьют. Вот посмотрите, как он розовую ушатывает. Блин, у него нормальный урон, я вам скажу. Нифига себе. Вот это он отжигает. Посмотрите, как заморозка розу разобрал нафиг. Но огника я не знаю, он не успеет просто его так разобрать, но... Блин, крут. Реально крут. 19-й огник. Ну, не хватает урона. Смотрители, конечно, дамажат конкретно. Но продержался, по крайней мере. Это не такой уж и топовый герой, но в такой сборке реально держится. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по такой сборке. Как по мне, довольно-таки универсально, но бюджетно, потому что много уклонений. Без уклонений талант срабатывать будет не так, но опять же будет там и дамажить, и через раз будет хилить. Поэтому почему и нет? Ну, учитывайте то, что 13-й скилл. То есть без 13-го скилла, без 30-го прорыва на среднячках, возможно, он будет не такое. Я постараюсь потестировать, показать вам. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.